Да это не из-за трав. Ты правда замечательная. Ты всегда была такой. Эй, скажите она лучше. О! Вот. Хватит. Ну и ну. Ты правда смог? Как? Во имя девяти миров ты смог одолеть Хеймдаля? Я знал, что копье себя покажет. Ну, счастливого Рагнарёка всем! Выпьем. Это правда? Хеймдаль мертв? Не верится. Значит, теперь все. Один обещал хранить мир, если больше не прольется кровь асов. И я отказался. Но он держал слово. А теперь... И что? Уж нам ли с тобой не знать, его слова мало чего стоят. У нас преимущество. Сейчас. Пора покончить с Одином. Нет. Вы не понимаете, что грядет. Одином будет двигать лишь жажда мести. Не только это. Маска. Знание, что за ней кроется. Именно они нужны Одину больше всего. Я пойду назад в Асгард. Назад? И... Пойдешь назад? Слушай, если я закончу то, что начал, пробужу маску, найду ответы. Может, это все решит. Но нужно спешить, пока они еще не поняли. Атрей, ты вернулся домой. Я не подвергну тебя риску снова. Он рискует и здесь, Кратос. Как и все мы. Все, что мы сейчас делаем, сопряжено с риском. Но Одину я нужен. Он мне верит. Меня не тронут. С точки зрения тактики, я не прав? Хоть мне это и не нравится, но да, он прав. Если отвлечь Одина, мы выиграем время. И будем знать, что творится в стане врага. Но если этот источник знаний существует, он не должен достаться Одину. Да. И когда он получит то, что искал? Я стану ему не нужен. Я понимаю. Буду умнее. Отец, я справлюсь. Помни наш уговор. И ты. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже, Син. Так ты расскажешь, как ты его убил? Как мы его убили? Да, именно так. Тут есть о чем рассказать. Атрей, слушай. Я не могу отпустить тебя без этого. Молотка? Дай мне свой ключ. Если тебя вдруг загонит в угол, брось его на землю и скажи «Хвергий». Одноразовое. Хверги. Спасибо. Надеюсь, не пригодится. Я тоже. Так, Один сказал, что Хугин будет ждать в хижине. Мимир, что еще мне следует знать про Одина? Может, у него есть слабые места? Не знаю, если сдернуть с его глаза повязку, он развеется? Да уж, вот это было бы... Да, прости, Мимир, твою речь мне не повторить. На сей раз я один.
Ну, вперед. Фен? Ты вернулся! Эй! Это твой волк? А! Хватит меня пугать! О, я вам помешала? Похоже, я вам помешала. Я пойду? Нет, прости. Это Фенрир. Все хорошо, Фен. Она... Так я была права насчет ножа. А? Рада, что нашлось место его душе. Я тоже. Эй, а как ты меня тут нашла? Локи? Это мой камень. И куда ты собираешься? Снова в Асгард. Эй, это я использую его. Ага. Ангрбода, слушай. Если я не сдамся, то буду знать все. Как спасти отца, остановить Рагнарёк и, может, даже, как вернуть наш народ. Локи, все это звучит очень... благородно. Но это Один. Ты веришь в меня? Да? Конечно, верю. Просто надеюсь, ты пишешь для себя историю, которую сам хочешь. Можешь приглядеть за Феном, пока меня нет? Я о нем позабочусь. Да, мальчик. Будь осторожен, Локи. Ну ладно. Значит, надо помочь Одину собрать маску. Но так, чтобы он не получил никаких ответов. Проще простого, да? Наверное, он в кабинете. Хороший станок. Чтобы улучшить. Отношение. Если не имеет, то почему его здесь нет? Если кто-то не может защитить себя, потому Эй, что его тут не... Простите, что перебиваю. Ничего ты не перебиваешь. Фарсетти во всем разберется. Правда выйдет наружу. Очень надеюсь. Лучше уйди. Уходи.
Я сейчас не хочу говорить. Паника бесполезна. Обуздай ее. Хеймдаль мертв. Ты что-нибудь знаешь об этом? Хоть что-то? Ну, его все ненавидели. Да, да. Но ты что-нибудь видел? Что-нибудь важное? Ну, понимаешь, он довольно сильно заехал труд на прогулке. Может, кто-то об этом узнал, отомстил, не знаю. Ты считаешь, мой сын имеет к этому отношение? Я не знаю. Правда. Не мог не спросить. Я, конечно, знал, что ты тут ни при чем. Рад, что ты здесь. Кстати, я понял, в чем была ошибка. Я не так перевел слово. Да что ты? Я думал, там за криком ледяного ветра, но на самом деле там крик первого ветра. Это же другое место. Совершенно я знаю, где это. А, тебе снова это удалось. Иди, возьми маску, возьми меч, возьми птицу. Найди Тора. Ваш путь в Нифльхейм. И я скучал. Эй, Ингрид, ты случайно не знаешь, где Тор? Я так и думал. Привет, Сиф. Ты не знаешь, где мне найти Тора? Всеотец отправляет нас на новое задание. С чего мне говорить тебе, где найти тех, кто мне дорог? Слушай, если я тебе не нравлюсь или ты мне не доверяешь, ладно. Но ты ведь делаешь больно ей. Что-что? Труд все равно станет Валькирией. И ты это знаешь. Если ты ее не поддержишь, то потеряешь навсегда. Да, ты ведешь дела со всеотцом и думаешь, что под его защитой тебя никто не тронет. Но не лезь в дела моей семьи. Радуйся своей свободе, пока она есть. Может заглянуть в мою комнату? Когда еще будет шанс подлатать снаряжение? Прости, всеотец сказал, что я должен отправиться в Нифльхейм с твоим отцом. Я не могу его найти. Ты не знаешь, где он сейчас может быть? Он разве не с дедом? Нет. Кажется, я знаю, где он. Пойдем. Я хотел поговорить с тобой насчет Хеймдаля. Нет, не здесь. Ты права, потом. В Хельхейме я сказал, что помогу твоей маме понять, как важно для тебя стать Валькирией. Я хотел бы, чтобы ты знала, я не шутил. Ты это сделал,
И еще жив? Я думал, она меня своей косой удавит. Я очень удивлена, что нет. Спасибо, Локи. С оружием нельзя. Придется его сдать. Почему? Просто сдай. Идем. Сюда. Ого. Давай, иначе тебя не пропустят. Осмотрись, он где-то здесь. Рут, я... Ничего. Эй, Тор. Наверное, я пришел не вовремя. Если надо подождать, я подожду. Спешки нет, но... Так и знала, что ты здесь. Тебе здесь не место. Ты... Зачем ты ее привел? Что ты делаешь? Отдыхаю. Я сказал, спешки нет? В смысле, нам пора идти, да? А то нас ведь ждет Всеотец. Тихо! Он прав. Вам пора идти. Не надо. Не учи отца. Пусть знают, бог грома умеет две вещи. Бить великанов и хлестать мед! А кто будет не согласен, получит Мьёльниром по роже. Я не могу. Ты сам не свой! Тор... Снаружи ждет Хугин. Прошу, пойдем. Я сказал, тихо, мальчик. Меня зовут... Что? Нет, я... Да бросьте. Нет, нет, честно, это не я. Ну, хватит! О, как же я скучал! Навык не пропьешь! Отстань от меня! Просто мерзко! Я за оружием!
помочь! Останови! Много думаешь. Серьезно? Подходи! Хватай за руки, утащим его отсюда. О, здорово. Мне жаль, что ты видишь его таким. Ничего, все в порядке, правда. Слушай, я хоть и сильная, но ты тоже помогай. Тут идти всего ничего.
Тор? Вставай. Труди. Ты отправишься в Нифльхейм с Локи. Си отец велел. Так что вставай. Я знаю, ты расстроена. Расстроена? Нет, 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 нет. Драка вышла знатная. Ты даже не станешь извиняться, да? Подумаешь, опять нарушил слово. Дед над тобой измывался. Тебе трудно, я знаю. Но нельзя же... У тебя есть мы. Мы с мамой всегда за тебя. Даже когда ты здесь. Любим тебя, ты знаешь. Но я думала, все это в прошлом. Я облажался. Да, облажался. Может, принести тебе воды? Не надо. Хуген! Разберемся побыстрее. Хочешь скорее вернуться в Асгард? Веди уже куда нам надо.